происходит? Куда вы? Я объясню. Дети на площадке также утром кричат, так же громко. Подождите, вы говорите, мы здесь также общаемся. Вы подошли, вы нас громко слышали там? Нет. Я уверен, что нет. Потому что я иду в свой подъезд, я не слышу, как здесь люди отдыхают. Дети, это понятно. Дети, не, ну просто дети, вы сравниваете, мы говорим, здесь даже громко не поют. Ребят, ну мы скоро разойдемся, мы еще, да. Говорю, нам надо убрать здесь. Да, мусор. Так что не переживайте, от нас мы вообще проблем совершенно добродушные. Даже мусорные пакеты с мусорки свои позабираем. Так что не переживайте, все будет добро. Главное не шумите. Хорошо. Мы не собираемся. Хорошего вечера. Уважаемые граждане, расходитесь. Расходимся, я говорю. Расходимся. Вас предупредили, Катя. Отойдите дальше.
Дайте выехать машине! От машины отойдите под колес, что я сказал! От машины отошли! Привели и поставили ребенка под угрозу, вовлекли его в опасность. Какая вы мать? Какая вы мать? Закон изучается, граждане, изучайте законы, они нехту, они нехту. Я как тебя волки закричу! Не ругайтесь! От машины отойдите, сказал! Проходим, берем, проходим.
уходим на безопасное расстояние.
дорогу. Уходим на безопасное расстояние.
так вот. Что-то их обратно идет гораздо больше, чем туда все. Что-то... А, о, побежали. Ой, блин, неужели сейчас начнут? Ой, кошмар. Ой, какой ужас. Смотри, смотри, что делают. Оба, оба, смотри, Андрей, Андрей, что творится возле нас? Ой, кошмар какой. Смотри, кошмар такой. Какой ужас. Ой, какой ужас. Ой, какой ужас. Господи. Пустите, как его ходит. Ой, какой ужас. Какой ужас, Андрей. Боже мой. Ой, какой ужас. Господи, девочки, как страшно.